Всем добрый день! Я приветствую всех, кто смотрит это видео. И речь сегодня пойдет о вот таких вот двух гелях от компании Тиандэ. Это Ортофит и Словитон. Ортофит. Ортофит, кому же он необходим? Это то средство, с помощью которого в первую очередь мы будем обезболивать наши суставы. То есть если вдруг где-то заболело колено, либо другой какой-нибудь сустав, да, либо колено, лучезапястный, без разницы, плечевой, мелкие какие-то суставчики, крупные, средние, без разницы, очень хорошим является обезболивающим средством. И хочется отметить, что это не только обезболивающее средство, но это и лечебное средство. То есть с помощью него мы можем лечить суставы в течение 3-4 недель. Это уже будет лечебный эффект. Эффект накапливается, да, то есть лечебный эффект будет накапливаться и будет способствовать восстановлению хрящевой ткани в наших суставах. То есть суставы будут более подвижные и, самое главное, более здоровые, и все меньше и меньше придется обращаться именно к обезболивающим средствам. Кстати, еще хочу сказать, что именно вот это средство я еще использую. Оно немножко согревает, не жгет, но согревает, очень приятное тепло дает. Я его использую как средство от головной боли. То есть я мажу виски, область висков и область 7-го шейного позвонка. Очень хорошо перед сном, то есть обезболивает, как-то расслабляет, обезболивает и дает такое, знаете, как умиротворяющее состояние. То есть вы очень хорошо засыпаете, если заснуть не можете, тоже можете его использовать. И хочется еще тоже рассказать про вот такой вот гель Словитон. Тоже он всегда есть у меня дома, в нашей домашней аптечке. Это средство от спазма мышц, спазма сосудов. Это для тех, у кого мышцы, знаете, вот бывают натянутые какие-то, ноги уставшие, то есть он снимет отечность, если вы где-то были в долгих поездках, допустим, да, где-то долго ходили на каблуках, да, то есть насыщенный такой у вас день был, то есть очень хорошо снимет именно вот спазм мышц, снимет отечность. И очень хорош, если у кого варикоз, у кого сосудистая сеточка, то есть тоже от этого могут ноги, как говорят, гудеть, да, ноги могут такую вот тяжесть какую-то испытывать в ногах можете, да, то есть очень хорошо при варикозе ее использовать, очень хорошо при судорогах в мышцах. И хочу вам рекомендовать еще после спортивных нагрузок. То есть очень хорошо он помогает, расслабляет мышцы. Если, например, вот у меня, допустим, дочка, она после физкультуры придет, долго занималась какой-то, да, какими-то упражнениями, что-то, какие-то физическая нагрузка какая-то была на мышцы. Вот в мышцах вырабатывается молочная кислота, она дает вот эту боль. И для того, чтобы снять спазм мышц, мы втираем вот этот вот гель Словитон. Очень приятный запах такой легкий у него. И хочется сказать, отметить, что это гель, да, это не крем, это гель, то есть использовать его очень экономично, то есть он распределяется по коже очень-очень с легкостью, скажем так, то есть вот тоже очень вам рекомендую. Такие средства, которые всегда есть у меня в моей аптечке, которые, как только я вижу, что немножечко заканчивается, уже обязательно все, сразу мне надо их приобрести, чтобы они всегда были в запасе. То есть такие, как я говорю, два брата, акробата, да, два брата. Вот таких, этот вот дает тепло, это Ортофит, да, этот вот дает холод. То есть если даже у вас, может быть, какие-то были ушибы, растяжения, да, какие-то вот неприятные такие, то, что связано с травмами, да, с травматизмом, то есть сначала в первые два дня это холод, то есть это Словитон для того, чтобы снять отек, и потом для того, чтобы восстановить, это уже тепло, это согреваем, это Ортофит. Я желаю вам всем здоровья, я желаю вам хорошего настроения. С вами была Елена Романова. Всем всего доброго, до свидания, до новых встреч.